Вы знаете, в свое время меня многие спрашивали, я рискнул всем. Я потерял работу. Я попал в черные списки на всех центральных каналах. Я давно, ну, что там. И, вы знаете, в принципе, я мог, наверное, пойти, расстроиться, заплакать где-то и сидеть, жалеть себя. Вот, я этого не сделал, я тогда наслушался, ну, послушал умных людей. Спасибо огромное этим людям, что оказались в моей жизни в нужное время, в нужном месте. И вот тогда я пошел и создал этот канал. Нафиг никому не нужен был, реально нафиг никому не нужен был. Ничего, как-то мы выросли, потихоньку, помаленьку живем, продолжаем. Ничего страшного, до сих пор продолжаем, никого не боимся. На самом деле, мне пофигу, я езжу, могу и в общественном транспорте, и в электричке, и в самолете, и в пароходе, и в метро проехаться. Нет, не пугает. Вот, ребят, надо начинать с себя, я думаю. Вот до тех пор, пока вы знаете, вот я вот сделал тут себя на даче. В прошлом году построил сарай. Вот собственноручно взял, построил. Он кривенький, кривоватый, да, потому что, ну, я, к сожалению, небольшой спец, небольшой плотник, но вот как умел, так и сделал. Но я считаю, что, ну, если кто-то, даже, допустим, тот же Женя начнет мне сейчас предъявлять, что он у меня кривой получился, то я его пошлю куда подальше, потому что я его строил сам, и Женя там никак не участвовал. Вот. Я могу выслушать какие-то претензии от тех людей, которые поспособствовали мне построить этот сарай, но уж точно не от тех, кто вообще никакого отношения к этому не имел. Я к чему это? К тому, что я слышу: вот, ты там все говоришь неправильно. Слушай, я хоть и говорю неправильно, я не стесняюсь светить своим лицом на всю страну. Меня сегодня знает огромное количество людей, и я не боюсь. Мне не стыдно. Мне не стыдно перед своей матерью. Мне не стыдно перед своей сестрой. Мне не стыдно перед своей женщиной. Мне, слава богу, в этом году, кстати, спасибо огромное этому году, у меня появилась женщина. Мне не стыдно перед этими людьми. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, может быть, я что-то делаю неправильно. Но я это делаю, и ключевое слово здесь делаю. Я не сижу, не ковыряюсь в носу, да, не тру свою задницу туалетной бумагой. Не пытаюсь плакаться. Поэтому, ребят, я очень рекомендую каждому из вас просто взять что-то сделать. И однажды, когда-то вместе у нас у всех получится. Вот сегодня, кстати, в эфир у Сереги Воронова вышел ролик, я его опубликовал у себя ВКонтакте. Можете найти его на YouTube, Сергей Воронов. Он придумал такую акцию, мы вместе. И вот там энное количество журналистов и блогеров в эту акцию врубились, и я благодарен тому же Бытью, тому же Диме Камикадзе, тому же, да, той же Марии Говори, которые подключились к этой акции и пытаются что-то делать. Я очень надеюсь, что в следующем году я этому поспособствую. Подключится и Саша Сотник, и, может быть, Юрги Мильфарб, может, мой приятель. Кстати, с Сашей Сотником тоже у нас хорошие, потрясающие отношения. Я поспособствую, чтобы эти люди тоже подключились к этой акции. Вячеслав Мальцев, наверное, как-то. Ребят, надо просто шевелить задницей самим. Как-то так. Все. Спасибо огромное, что были со мной, с нами, выслушали, потратили вот это вот время предновогоднее свое. Спасибо. Ребят, с Новым годом, и очень надеюсь, что... Ну, давайте попытаемся что-то менять. Сами вместе. Как-то так. Это была реальная журналистика. Все, пока. Пока.